Всем привет! Мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 7. И на очереди у нас вторая миссия за лесных эльфов. Хотите дослушать рассказ? Я уже ее начинал. Я бы хотел узнать конец истории. Сейчас продолжим. И остановился я здесь на том, что захватил второй город. Теперь у меня два города за лесных эльфов. И сейчас я активно ищу руду. Активно ищу руду по карте. Вот здесь она была, у волков. Еще здесь. Но здесь у нас смертельная угроза, поэтому... Хотя для мага смертельная угроза, она не такая смертельная. Но нужно все равно подготовиться к такому бою. И, наверное, я все-таки попытаюсь убить этих деревьев. Нужно нам по-прежнему посетить все обелиски и прорваться через блокаду, через блокаду орков. Куда прорваться пока непонятно, надо ли уничтожать все города орков или пойти в какое-то конкретное место, пока непонятно. Так что ориентируемся по ситуации. Так, здесь все лежат ресурсы, но руды нет. Я думаю, стоит попробовать построить, может быть, рынок. Рынок-то у меня уже есть, в принципе. В обоих городах, похоже, что. Да, в обоих городах у меня есть рынок. И обменивать ресурсы. Хотя это, конечно, дело дорогое. Так, вот, допустим, в этом городе мне нужно построить прирост. Мне нужно 5 руды. Сейчас я, пожалуй, ее тогда частично отвою у волков. Вот здесь. А, нет, не добегаю, да? Ну, в следующем раунде, значит, на следующий день отвою 2 руды. Точнее, 3 руды. И мне еще 2 понадобится. Поэтому... Так. Рынок. 2 руды купим за деньги. Вот так. Так-то мне нужно, конечно, еще руды, чтобы в том городе тоже построить. А нет, тут уже построено у меня. Ну, хорошо. Так, и продолжает у нас Веслот путешествовать по морю. По морю. Океану. Так, тут у нас золото, дерево и руда. О, отлично, 9 руды, просто отлично. Нет, теперь на рынке, в принципе, ну ладно, обменял. Так. Продолжает у нас Веслот исследовать. В городе мы наконец-то сможем построить теперь стрельбище для лучников. Здесь вот тоже нужно улучшать за счет драконьей стали. Следующая цель у нас будет драконья сталь. Кстати говоря, не нарваться бы мне сейчас на какого-нибудь смертельно опасного орка. Надо быть осторожнее. Так, и тут еще какие-то ресурсы. Отлично, просто отлично. У меня руды теперь будет достаточно. Но все-таки надо найти бы шахту. Где-то тут. Наверняка есть шахта. Так, что у нас быстрый бой показывает? Потеряла немного егерей. Нет, все-таки меня такой результат не устроит. Егерей терять нельзя. Друидов можно, и нельзя. Так, и там какие-то новые заклинания изучили. Меня вот интересует... Хотя нет, тут нет такого заклинания. Призыв подкреплений, возможно, это на глобальной карте. Да, призыв подкреплений. Это из города. Это не то, о чем я подумал. Так, значит, сейчас мы волков опутаем, я думаю. Запутались волки насмерть просто. Так, что у нас? Дамаг-то не сильно большой. Ну, хоть какой-то, в принципе, дамаг.
Так, и друид у нас может шипы какие-то сделать тут. Так, егерь у нас будет стрелять. Но стрелять он будет попозже, когда волки подойдут поближе. Так, чё, я же нажал ожидание, почему? А, это у меня раунд кончился, все понятно. Я думал, уже второй раунд идет. Так, и... Что можно сделать? Можно, например, каменную кожу скосить, конечно, но... Путаем просто вот этого волка, да и... Будет нормально, я считаю. Фей будем использовать как пушечное мясо. Мне их не жалко совершенно. Так, ну этот волк сам умрет сейчас. А нет, он обороняется. Вот опять искусственный интеллект у нас проявляет свою интересную природу, изменчивую. Так, ну я просто вот так тогда убью, да и нормально. Возможно, сейчас убью. Нет, не убил. Еще одну потерял. Дубраву, вот, дряду дубрав. Ничего страшного. Так, необходимость медленно атаковать вот этих ребят отпала. Тут, в принципе, ядовитое облако вот меня интересует. Еще надо бы его тоже изучить. Так, а что с навыками у нас? Магия земли есть и месть природы. Надо прокачивать месть природы постепенно. Так, смертельная угроза. Ну ладно, пока не буду напрашиваться. Так, тут у нас тупичок, тупичок. Тут дерево лежит. Хорошо. Так, в городе мы построим вот этих ребят. 15 руды, ёшкин кот. Так. Снова у меня дефицит руды образовался. Надо как-то это разруливать. Ничего интересного. Ладно, неделя у нас кончается, сейчас будет прирост существ. Так, ко мне, наверное, уже плывет товарищ тут. Вот здесь вот. Невольник. Ух, да. Таинственный зверочеловек. Так, лесопилки, шахты. Небо шахту. Так, что он тут? Смертельная угроза, да? Что-то не хочу я с ним встречаться. Сюда вот можно сбежать, но придется город сдать. Тоже плохо, как ни посмотри. Ну ладно, возможно, я успею собрать тут парочку ресурсов. Так, шахта чья? Маяк, это не шахта, это маяк. Так, собираем ресурсы. Вот, кстати, тут уже и веслот подтянулся. Сейчас он нам поможет. Так, ну что такое? Интересно, кратер. Тут у нас гидры. Тут у нас этот обелиск. Везде смертельная угроза. Так, ну, наверное, тут вот стоит высадиться. Тут, может быть, какой-то ништяк есть. Интересный. Может быть, даже еще один город, хотя вряд ли. Два города — это уже много. Для нас. Так, конюшню можно построить. В принципе, она дешевая. Так, во втором городе мне бы строить, конечно, укрепление сейчас, но денег опять же нет. Да. Ну ладно. Смотрим, что будет происходить. Все-таки он высадился, да? Возможно, придется переиграть, если он сейчас меня убьет.
Да. С серьезными намерениями пришел товарищ. Никакой возможности нет сбежать. Может, он меня не заметит. Я тут как-нибудь притаюсь. Я пока поплаваю еще немного. Собираю ресурсы. Вот руда. Руды взял. Так, похоже, здесь задумано так, что руды мало и поселение, кстати. О, зеленый дракон. Это интересно. Но я, по-моему, здесь смогу высадиться, пока не убью вот этих драконов. Другого места высадки тут нет. Да и вообще тут высадки, по-моему, нет, только по мосту пробраться. Ладно. Если нам не везет, тогда можно сюда попробовать сунуться. То на что? Нет ничего. Город орков можно захватить, пойти. Ну, рискнем, подождем, может, он меня не заметит. Нет, он меня не заметил. Пошел к городу. Я сейчас возьму его корабль, наверное, и уплыву. Конечно, терять город, только завоевав его, очень плохо. Но, возможно, я его город возьму. Так-то страшно тут небольшая. Угрозы нет, якобы. Так. Не добежит. Не добежит. Вот сюда, может быть, как-то тут встать. В городе. Бесполезно, наверное, что-то делать. Нанимать воинов каких-то. Так, а есть у нее магия, допустим, какая-то, призыв там? Призыв подкреплений. С порталом. А портала-то у меня, наверное, нет. Подкрепление. Конюшня, гильдия магов есть. Кузница, зал героев. Так, вот здесь у нас портал, значит, и на него нам хватает два кристалла драконьей крови. Придется, наверное, выменить так эти кристаллы. Построить этот портал. Так, и сейчас мы попробуем призвать. Но прежде чем призвать, конечно же, надо. Чтобы призвать кого-то, нужно нанять кого-то. Так, эти ребята недоступны. 33-11. Вот такая небольшая армия. Без героя она ничего не стоит, поэтому... Нет, не выстоит. Это армия без стен, без всего. Придется призывать. Так, что призвалось? Что-то, по-моему, не очень призвалось. Что за бред? Наверное, переносит героев выбранных существ. А, выбранных существ? Как их выбирать? Что-то я... А, вот. Сработало второй раз. Как-то багнуто опять же работает это все. Все, окей. А, мана стоит призыв-то. В этом я не подумал. Так, если вот этих не призывать. Сброс. Посмотрим. Луков по-любому надо. И вот этих ребят тоже по-любому надо. Уже 88, да? Ладно, тогда... Смена. Вот так вот разделим. Что, не получается? Что за беда-то прям с этими? Ну, призвал я себе кого мог. Правда, всю ману потратил. Так, он развернулся и бежит ко мне, да? Город не стал захватывать. Ну, молодец, что. Все-таки, наверное, придется переиграть этот момент.
Так. Тут я никак не прохожу. Видимо, мимо него вообще не пройти. Круто придумал. Так, вот и что интересно, пришлось мне загрузиться все-таки со старого сейва. И вот этот товарищ не поехал в мою сторону почему-то. Он поплыл вот сюда, на этот остров, где у меня второй город. Точнее, вот сюда. В эту сторону. Ну, наверное, он туда не доплывет, хотя вот здесь вот может он форт захватить, конечно. Но почему-то он все-таки не поехал в Данан, на остров. Ну, тем лучше. Успею я еще подкопить армию. Так, куда, кстати, у нас плыли-то? Вот мы сюда плыли, чтобы город захватить. Так, а у Данан появилось время, чтобы немного поднабрать войск себе. Пять драконьей стали. Пять драконьей стали можно выменять на рынке, но это дорого нам обойдется, поэтому придется как-то пока без этого обходиться. Так, вот так сделаем. И всех тоже наймем. И пойдем отрабатывать ресурсы вот этих ребят. Так, здесь у нас что? Плывем вниз, на юг. Так, он сейчас высадится там уже, около моего форта. Ну, в форте, кстати, там стража-то вроде бы есть неплохая. Возможно, даже я его смогу ослабить немного хотя бы. Так, вот у него кентавров не очень много. В форте 40 лучников. Хотя вряд ли, конечно. Все-таки он герой какого? 14 уровня. Пойдем попробуем захватить этот город. Так, тут ресурсы отработаем. Ну, нормально, в принципе. Ладно, пожертвуем одним танцующим с клинками. Так, здесь у нас что, угроза серьезная уже, да? Даже без потерь. Так, отлично. Плюс 15 здоровья изучим. Теперь существа будут еще толще. Так, кроме этого ресурса больше ничего нет. Так, в городах посмотрим, что можно построить. Крепление можно. И магистрат. Так, видишь, у нас драконьей стали все-таки не хватает. Где магистрат построим, будет отлично. Вот у нас куча денег. И нападает он на форт, да? Так, ну мы как-то, не знаю, в уголок, наверное, в уголок. Так у него магия. Он шаман какой-то. Ну вот магия. Нас тут стены не спасут, конечно. Ну, гнолов я, наверное, все-таки постреляю. Так. Ну, эти в оборону. Летит скоро. Тоже в оборону. Хотя, возможно, и гарпии можно пострелять. Если они на прямом выстреле будут. Так, сколько гарпий убью? 6-13. Но всего 4-8. Можно и орков, но лучше гарпий. Ну, так-то слабенько, очень слабенько.
молнии не жалеет, просто не жалеет. Мана у него море. Сейчас танцующего с коньками добьют. Так, будет он восстанавливать форт. Форт мне нужен, чтобы держать какие-то шахты. А что у меня тут на острове с шахтами? Тут вот такие вот шахты, да? Золото там. Ну, в принципе, если он не восстановит форт, у него шахты ему... не перейдут. Он пошел обратно к кораблю. Видимо, не будет он дальше там зверствовать. Я пойду попробую захватить вот этот замок. Хотя там орков много. Может и не получится. Так, ладно, Данан у нас будет... Что, надо ресурсы забирать? Ну ладно, Тифей. Тут кроме корабля больше ничего нет. Танцующие с клинками тут у нас. Так, вот города все-таки надо, наверное, укреплять, но опять же руды нет. Как без руды-то? Так, поплыл он обратно. Возможно, сейчас нападет. Оп-оп, этот откуда появился? Подождите, я не видел. Вот этого-то я проглядел. Оба города у меня в опасности оказались. Я очень далеко ушел от своих городов. Сколько у него войск? А, вот так у него нет войск. Че я тогда думаю-то? Сейчас. Посмотрим. Так, зал героев тут нельзя построить. А, зал героев есть. Так я сейчас героя найму. И задам ему жару. Так, сила. Тут у нас маг. Маг не нужен. Вот у нас эльф со стрелками готовыми. Тоже на силу. Так, у этого что? У этой феи дурацкие. Лучше вот это на этого найму. Сарелина. Дам ему немного воинов. Ну как немного, пару стрелков. И вот этого товарища прогоню. Орки и зверолюди. С ними что-то не так. Это и так понятно. Нет, я не о том. Я повидал орков. Конечно, они вспыльчивы и иногда жестоки. Но они умны, не глупее обычного человека. А эти... просто животные. Они даже не говорят, только рычат. Пока что мне ясно одно. Нам придется прорвать их блокаду. Или найти другой способ покинуть эти воды. Все-таки намекают нам на обелиски, что надо их посещать. Так, тут у нас сундучок. Смертельная угроза. А, это уже внизу на берегу. Немного прокачаем воина. Тут мы ничего не изучим. Так, лесопилка. Лесопилка. Так, тут одна способность какую-то можно изучить. Дальше, рудник. А, рудник-то почему-то я пропустил. У меня всегда был под носом. Почему так случилось, интересно? Вот где руда-то была. Это, конечно, я... серьезно, такой случился фейл. Не кидайтесь тапками. Так получилось, бывает. Стражу я уничтожил. Что тут в городе орков у нас?
Он так неплохо развит. Приют грез. Может себе чудище, не знаю, прокачать. Сноходцы. Так, ну ладно, тогда... Толмачи, тут кентавры. Кентавров можно, в принципе, взять себе в армию. Что, стреляют неплохо. Забавно. Так, кентавры, кентавры. Теперь с нами. И рудник тут еще один есть. Вот не было руды, теперь у меня в два раза больше руды. Все-таки посещу вот этот бонус. Так, сейчас мы, наверное, будем удирать уже от этих орков. Потому что все к тому и идет. Серьезная угроза. Сюда бы, конечно, пробраться. Но сейчас вот... Где он тут плавает-то? Вот он здесь. Сейчас посмотрим, куда он поплывет. И решим, что дальше делать. Возможно, сюда все-таки я схожу за ядовитым облаком. Так, и... Пока все. Нет, куда-то он вообще поплыл вверх. Возможно, к тому моему городу. Это говорит о том, что надо строить укрепление срочно. Больше труда у меня вроде как появилось. Тут большая угроза, плюс один к магии. Ладно, вернемся пока в замок. Строим укрепление, сколько сможем продержимся. Этого героя можно потерять, не страшно. Так, здесь надо воинов нанять, наверное. Так, мне пока менять нечего на рынке. Особенно-то. Вот этот мне нужен. Вот это вот строение. Может, с драконьими кристаллами все-таки повезет. Так, ну и пойдем вот этого, наверное, бить. Пытаем счастье. Бонус-то можно получить? Можно. Так, здесь надо посетить бонус к защите. И дальше путешествовать по морю. Так, тут гильдия магов где-то у нас построилась. Совершенно случайно. Надо посмотреть, какая там магия-то у... Вторая. Магия воздуха, магия воды. Изначальная магия, у него какая угодно вообще магия. Воздух, вода. Воздух мне как-то уже приелся. Воду, возможно, изучить стоит, или изначальную. Так, где у нас была эта специализация-то? Нет, не здесь. Не здесь. Вот здесь. Так, воздух у нас уже есть. Изначально или вода? Ну, наверное, воду попробовать стоит. Так, и пойдем атаковать этих ребят. Стоп. Мне нужно эффект взять и пробавиться стоит. Лидерство на 5. Ну, не так уж и много лидерства там, чтобы тратить 20 маны. Пробую быстрый бой. Конечно же, он поражение насчитал. Так, всех лучников сюда. Ну,
мое ядовитое облако стоит того. Так, и кого можно опутать там? Вот этого, наверное. Он, кстати, стреляет. Да, он стреляет. Соответственно, он никуда не пойдет. Так, если он никуда не пойдет, значит, надо его отравить. Да. Так, ладно, тогда сначала каменную кожу, пожалуй. Пойдем снимать ответ, что ли? Или подождать пока? Наверное, стоит подождать. Так. Здесь тоже надо подождать. Вот, пиратка у нас идеально подходит, чтобы снимать ответы и умирать. Нет, не умерла. Каменная кожа работает. Так, друиды. Много они тут не надамажат. И стрелки, что тоже не очень блещут дамагом. Ну, действительно такой сложненький бой. Достаточно. Так, вот это вот долетит до меня сразу. Наверное, стоит вот ее бить. Так, и вот этим-то товарищем, наверное, по ней надо шмалять. Все-таки друидов решили бить. Ну ладно. Друидов больше нет. И можно сделать ядовитый поток все-таки уже. Или опутать вот эту девушку. Этим бы удачу, конечно, как-то было бы неплохо. Им бы пошла удача вместо вот этих пираток. Контратаки уже нет. Так, дерево-то что у нас? Убило пиратку. Такое коварное дерево. Так, надо убить. Дерево, наверное, вообще лучше не подходить. Он само помрет. От ядовитого потока, например. Насчет пут этих, которые наносят дамаг, они больше в ПВП, наверное, эффективны, потому что искусственный интеллект отказывается ходить, отказывается двигаться с этими путами. Так, тут у нас ядовитый поток сработал. Так, и сколько еще путы продержатся? Один ход. Надо выдвигаться вот к этим ребятам. Тоже ядовитый поток с кастем.
Их еще в обороне дофиг пробьешь. Этих дриад. Так, вот одно дерево умерло, хорошо. Дэвид, поток у них еще сколько будет? А, до конца боя действует, отлично. Так, хорошо, и значит теперь осталось только дерево убить. У меня там хп-то 220. Сейчас, я думаю, умрет уже от ядовитого потока. Ученики это дерево очень тяжко пробивают. Очень бронированные. Отлично. Очень был такой эксповый бой. Много я получил опыта. Так, ну и, наверное, стоит все-таки метку-то прокачать. Это вот посмотрим. Девятое облако все-таки изучили мы, надо будет непременно опробовать в бою. Так, и Квислот у нас двигается к кораблю, то есть ему уже делать нечего особо на этом острове. Тут можно водоворот посмотреть, что там, но еще не все исследовано. Так, а здесь нам надо укрепление строить в срочном порядке, потому что к нам плывут гости. Так, вообще ров бы неплохо построить. Успеть. Так, уже подплыл к моему острову враг. У меня есть еще примерно два хода, пока он доберется до города. Ну, неплохо. Так, здесь мы, значит, посещаем, берем магию. Забираем руду. Тоже, наверное, сейчас придется... путешествие отправляться по морю. Так-то бы весло-то, конечно, да, на защиту-то. Возможно, он бы и выиграл тот бой. Так, здесь у нас что? Тут только этот обелиск. Так, укрепление третьего уровня и ров. Вот он уже идет. Следующим ходом будет атака, я думаю, уже. Или можно взять воинов и сбежать, как вариант. Так, тут мне, конечно, выбор такой серьезный. Либо егерей улучшить, либо укрепление третьего уровня. Так. Я думаю, до егерей лучше можно. И можно нанимать уже существ. Посмотрим, как он будет в защите. Так, угроза какая у меня тут? Смертельная, наверное. Где он? А, средняя угроза, нормально. Возможно, даже и осилит как-нибудь. Так, посмотрим, что тут. Оленей надо убить. Слишком много потерь. Да, линии тоже, конечно, ребята непростые, а золотые.
Ядовитый поток нам. ХП у него мало, так что умрет очень быстро. Так, ну и первый ход, наверное, мы пропустим просто. На второй ход, наверное, одного отравим, второго. Второго убьем. Если получится. Да, что-то они тут вообще жесткие. Контратака, да. Ну, ладно, что делать-то. Так, ну и ядовитый поток вот на этого оленя. Этого рукопашного. Они, кстати, еще и бьют там. По двум сразу. Все, возможно, убьем. Так не получилось. Еще один уровень. Продолжаем изучать месть природы. Это баллиста. Мне баллиста не нужна. Дальность перемещения можно, в принципе, изучить. Так, ну на этом острове мне, в принципе, уже особо нечего делать. Сейчас войск возьму и поплыву куда-нибудь. Что заброшенный корабль. Ну, тут у нас присоединиться хотят. Отлично. Нашел воинов. Так, ну вроде я подготовился тут к битве уже. Все сделано. Может, какой-то баф еще можно взять. Смотрим, что там у него в книге там. Так, интересно. Близки до 20 урона магии огня. Так-то за 20 маны это слишком уж слабенький эффект. Ладно, давайте посмотрим на осаду, если он будет нападать. Но он, видимо, испугался. Правильно сделал. Так, Данан у нас сейчас тут заберет ресурсы, которые опять я пропустил из-за того, что они сливаются с местностью. Так, Весот возьмет пиратов. На одном из бесчисленных островков архипелага эльфы обнаружили небольшую группу шалдан, остатки команды Веслота. Узнав сына своего капитана, они тут же присоединились к эльфам. Но хотя Веслот был рад встрече со своим народом, она напомнила ему о том, кто он и какая судьба ему уготована. Никто из них не знал, что же случилось с деревом-кораблем. Быть может, он нужен своему народу? Он обещал Данан добраться до драконьего тумана. Но, пытаясь держать слово, не предаст ли он тем самым свою семью? Остаток пути он провел в раздумьях. Такой монолог ради одного отряда. Так, этот у нас, значит, отстоял право на остров. Тут вот можно, кстати, добраться пешком, похоже, что. Этого сундука. Но вообще надо бы как-то эти войска сейчас уже реализовывать. Использовать в бою. Так, здесь вот увеличим, наверное, прирост. Или укрепление построить. Пока на нас не нападают, будем увеличивать прирост. Все-таки вот я его, наверное, в открытом-то бою могу и не победить. Навыков никаких нет. Так, в других городах что можно построить? Тоже укрепление. Тоже рано или поздно, возможно, пригодятся.
Что-то он по водоворотам икшается. Пока схожу тогда сюда. Заняться все равно пока нечем. Так, здесь у нас ресурсы все-таки подберем. Замок. Улучшим до егерей. И все, можно куда-нибудь пойти путешествовать. Армия хоть и небольшая, но уже способна с кем-то справиться. Вот, допустим, вот эти драконы. Средняя угроза. Я думаю, вполне потянет. Только надо восстановить мост. Так, здесь вот можно еще поплавать. Все, вот тут уже край карты. Край карты. Не проплыть. Так, это у нас пока что основной город. Хотя он тут без столицы. Нельзя в нем столицу построить. Здесь вот можно. Фейлан. Так, это вообще орочий город. Не знаю, стоит ли в орочем городе что-то прокачивать. Вроде бы нам особо не угрожают. Леди Даннелл, кто она? Почему ее выбрали для ритуала? Старшие друиды через обряды очищения, сны и медитации выбирают того, кто отправится в кузницу стихий и совершит ритуал. Быть избранным — огромная честь. А для леди Даннелл особенно. Она единственная дочь и средоточие всех надежд короля Сергала. Как это знакомо. У нас с ней намного больше общего, чем мы думали. Сергал, король Иролана? О, гармония, нет. В Иролане много королей и королев. Все они борются за благосклонность Верховного Короля. Я начинаю понимать. В случае успеха Даннелл повысит авторитет своего отца. А неудача... принесет ему позор и бесчестие. А при дворе Верховного Короля честь означает очень многое. Окей, значит, там нельзя подвести. Надо, чтобы Данан справилась. Так, что мы тут? Бежим восстанавливать мост. Отремонтировать. Следующий ход он отремонтируется. Так, и тут мы садимся, видимо, в корабль, наверное, да? Или пешком? Все-таки в корабль. А, это пустой корабль врагов. Так, что еще-то построить можно? Укрепление достроить. Так, тут еще надо вот уже друидов начинать прокачивать. То я как-то на них подзабил немного. Тут то же самое. Урочий город я не стал прокачивать вообще. Хотя, наверное, там укрепление-то стоит построить. Чтобы хоть как-то обороняться. Или можно завести героя урка. И за него воевать. Так, мне нужен вот этот сундук. Все-таки здесь-то можно, в принципе, посетить их медуз. Так, сюда не соваться. Тут у нас куча ресурсов тоже лежит. Так, 10 руды надо, укрепление руды не стоит. Так что... тут конюшню надо построить. Вот уже начинается беготня с этим городом.
Так, а Донанта, наверное, за один ход не успеет вернуться. Не успеет. Вроде... Нет, не успевает она вернуться. Вот он успевает ли добраться до города. Тоже вопрос. Так, угроза серьезная, но не смертельная. Так, и эффектов никаких нет, увеличивающих дальность. Тут, в принципе, можно, наверное, попробовать все-таки сдать город врагу. Так, внутри там у нас что есть? Укрепление есть. Но не полностью. Так, и конец недели, вот, конечно, неудобно. Очень не кстати. Капитолий тоже сейчас нельзя строить. Наверное. Так. Капитолий можно только здесь построить. Ну ладно, тогда, раз там серьезная угроза, вернемся в город. Может, он мимо меня не сможет пройти? Тут все-таки не очень-то много путей. Так, Веслот у нас высадится на остров. Тут у нас высокая угроза и низкая. Так, мы пойдем с нагами воевать. Еще не с наками, а с медузами. Пробую-ка я самостоятельно сразиться. Посмотрим, что будет. Так, вот заклинание никто не учел. Пламенная решимость, отчаяние. Так, посмотрим. Надо лететь в любом случае к нему. К ним, точнее. Вот они уже начинают бить. Боевой дух бы, конечно, тут сработал бы. Было бы прикольно. Я все равно не добегу. Да, бьют они сильно. Довольно-таки больно. Так, пламенная решимость особо не помогает, и атака тоже маленькая. Вот тебе пламенную решимость дадим. Кого девяточку надо убить. Отлично. Боевой дух сработал у того воина, на которого я не кастил пламенную решимость. А вот этих двоих не сработало. Да уж. Это вероятность. По-моему, пару уровней получил. Так, три уровня сразу получил, ну чё себе. Так, тогда атаку прокачаем, эту метку. Ну, дальность, не знаю, стоит ли вообще. Так, и что у нас тут? Это для магов больше. Так, ну и все. Плюс один к магии. Так, а здесь мы напоследок Капитолий все-таки придется построить, да? Ладно, построим Капитолий. Надеюсь, все-таки защитит она. Ох ты, так он не добежал даже.
Это хорошо. Значит, я успею построить укрепление. Возможно, он повернет назад. Надо бы его уже убить так-то по-хорошему. Сейчас я, наверное, воинов-то наберу и убью его, чтобы он тут не бегал туда-сюда. Так, егерей нанимаем, друидов. Если не остается, то эти тоже. Так, ну что ж, какая там угроза у него? Небольшая, отлично. Бафнуться, не бафнуться, 20 маны. Мне 80. Я думаю, не стоит даже бафнуться, просто можно атаковать. Как это забавно, я такое видел. Вихрем меня подамагало, еще отнесло куда-то. Так, а друиды кто, куда делись? А друиды померли, что ли? Ничего себе. Так, это мне не нравится. Ну ладно, вот видимо не избежать такого поведения. Так, значит, окутывает область ядовитым облаком и расширяется на одну клетку в каждую сторону в течение 3 ходов. Ух ты, много урона наносит. Так, вот, наверное... сюда, что ли, накастить? Да, давайте вот сюда. Вот такое облако. Да, лучников мы их нещадно убивают. Ну, это такой будет сложный бой. Еще непонятно, кто победит. Я еще, если одно еще облако скастить, то будет, в принципе, все ясно. Так, что они сейчас побегут на меня? Орков можно в упор расстрелять. Или кентавра. Тут он не долетает, плохо. Так, здесь 16, да? Ну, давайте уже бить, чё. Оно еще, кстати, до меня доберется, это облако. Посередине надо кастить его, оттуда прям. Это практически четверть карты. Четверть поля боя занимает это облако. Уже после одного хода. Читерная магия. Так, и еще одно облако можно скастить. Вот так вот. Вот и все. Правда, много воинов я потерял, но зато избавил мир от этого героя. Я всех потерял тут вообще. Так, ну и мана у меня в ноль просто. Ушла. Придется так по старинке бить. Ну, все, сейчас гнол помрет. Орк не сдается. Все еще боевой дух у него. Ух ты, гнол-то не умер. Вот это действительно сложный бой. Непростой. Герой не сделал ход и толку. Героя тут немного. Бьет слабо.
Хотя за пару ходов гнола убьет. Хоть бы боевой дух сработал. Ну, ядовитое облако, мне понравилась магия, такая достаточно жесткая. Кучу артефактов я получил, как раз магических, то, что надо. То, что прям доктор прописал, но зато теперь я не могу вот этого дракона убить. Вот такая вот обратная сторона победы. Горе победителям. Так, можно лени купить и уже... И вот это лучше. Гильдию магов третьего уровня. Сейчас пока строить нельзя. Так, и что у нас тут с этим-то товарищем? Слот продолжает у нас следовать. Там, кстати, какой-то форт. Даже почти без потерь. Сейчас мы этот форт возьмем. Может быть, попробуем даже караван заказать. Для интереса. Хотя, откуда караван там? У меня все воины уже куплены. Ладно. Так, что это? Опять захожу сюда. Так, надо и навыки прокачать. Так, это у нас уже изучено ведь. Так, еще один вражеский герой. Надо посмотреть, насколько он силен. Так, почему тут-то отображается красный флажок? Я же убил его. Это баг, наверное, опять остался. Корабль его тут тоже красным подсвечивается. Все еще. Так, тут опять у нас смертельная угроза. Работник-шаман. Наш такие имена придумать, работник. Да. Ну что делать там? Форт захватить можно. Средняя угроза. Что-то мне не нравится эта средняя угроза. Тут смертельная угроза. Тут у нас руда. Так, ну, наверное, все-таки стоит на корабль вернуться и путь во свояси. Так, а здесь к обороне готовиться сейчас нет смысла, потому что нет у меня воинов. Вражеский герой уже тут на стреме. Да, непростая, конечно, тут миссия. Надо что вот этих ребят улучшить, но придется бежать, я думаю. Бежать со всех ног. И сдавать город врагу. Так, а здесь что вот в талории что? Можно друидов построить. Может, он город не будет захватывать. Так. Товарищ у нас плывет, плывет. Надо как-то его с веслотом уже встретить. Куда вот тут плыть-то можно? Так, это все мое тут пока что. Так, сейчас посмотрим. Значит, тут, чтобы им встретиться тут. Так, где же у меня этот? Вот. Сюда вот, чтобы приплыть. Надо тут очень много проплыть. К этому водовороту.
Так, Талаир. Все еще надо отстраивать. Так, 10 у нас кристаллов нет. Чего пока не построить. Так, город он не стал захватывать, да? С этой угрозой надо разбираться. Так, вот если ее сюда притащить, как-то здесь проплыть и вот сюда, тогда армию она возьмет. Будет хоть какая-то у нее армия взамен старой. Так, хотя можно было там караван заказать, но это я прощелкал уже. Все-таки он решает город захватить. Да, конечно, у меня гарнизон, точнее стража, не такая уж и серьезная. Точнее, вообще не серьезная. Но вот армия это, конечно, побольше, по-моему, той, что я только что воевал. Так что не знаю даже, как его с ним справляться. Да, мне еще тут плохой боевой дух срабатывает. Против меня. Да, вот и все. Очень быстро закончилось. Так, город я потерял. Все стало красным. Все-таки Орочи город, наверное, надо развивать. Как-то потихоньку. Все-таки тут чудища хорошие, воины. Прирост кентавров увеличим. Так, весло у нас плывет. Так, вот здесь, кстати, если могу повстречаться неожиданно, тоже опасно. Здесь смертельная угроза. И куда еще можно сплавать там? Вот сюда вот можно посмотреть, что тут. Вот попозже, наверное. Куда вот он поплыл? Что такое, прям вообще не в тему поплыл. Так, вот куда на самом деле должен плыть Веслот. А не так, куда он поплыл в прошлый раз. И здесь мы что можем сделать? Уже скоро встреча. Значительная угроза. Что за артефакт? Зелье маны. В принципе, не очень интересно. Так, и что мы тут можем принять? Воинов себя. Давайте примем. Какой-то тут оазис на островке. Здесь можно побегать. Так, это у нас что за остров вообще? Это не вражеский или уже? Вроде нет. Так, значит, от чего перемещения не хватает. Лаири можем построить что-нибудь такое. Щитные башни, что ли? Да ладно, короче, не будем ничего строить, наверное. Или все-таки вот эту вот штуку приобретем. Этот товарищ у нас куда-то поплыл, то ли в погоню, то ли не в погоню за веслотом.
и отдаем войска ей. Все прям отдаем. Что перетаскивается. Так, ей-то вроде нечем поделиться, у нее артефактов никаких нет, только все, что надето. Так, а у него вот арбалет неплохой. Плюс 2 к силе, минус 5. Так, плюс 4 к здоровью, вот пригодится ей этот амулет. И все, можно идти разорять чужие деревни. Так, что, уплыл он окончательно, серьезная угроза, нормально. Все-таки я пойду дракона сейчас бить. Так, он, кстати, не поплывет ли сейчас к своему ручью городу. Тут тоже вот слоняется герой. Так, надо срочно что-то укреплять, тут все укреплять. Капитолий еще один можно построить. А, да, у меня же там город захватили. Точно, точно. Как-то вот укрепления тут вообще нет, по-моему. А, нет, тут есть два. Второго уровня сейчас будет. Так, и высоты куда мы все-таки загоним-то? Вверх, вниз. Как-то он вообще бесцельно тут слоняется у меня. Непонятно, что с ним делать. Туда вот плыть тоже опасно, там тоже герои. Вражеские. Кругом опасность. Так, этот товарищ будет возвращаться в город. Если что, будет держать оборону. Так, вот они все-таки пошли на город, да? Так, это опасно тоже. Так, что мы, как мы ворочий город можем защитить? Третий уровень построить. Тут у нас робота, рвата даже нету. Так, а воинов сколько? Воинов тоже немного. Так, зал героев есть. А орков нам не предлагают. Мы можем попытаться защититься, в принципе. А какой герой-то нападает? Так, 15 уровня. Ну ладно, я тогда думаю на этом приостановлюсь, потом решу, что делать. Наверное, все-таки буду защищать город пытаться. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.